Надо спеть, наверное, какую-нибудь хоровую песню всем вместе. Песню, которую я спою, написал Борис Потемкин. Вы мне подпоете припев, вы знаете ее точно. Не грусти от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Папа, папа-ра-па-па-па, папа-ра-па-па-па, папа-ра-па-па. Потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок. У него свои заботы, начинается урок. Папа, папа-ра-па-па-па, папа-ра-па-па. Возвращаюсь ровно в пять, слышу во дворе, выводит он мелодию опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа, спорит, что теперь играет вновь кларнет или труба. Никогда не засыпаю, если не услышу я. Папа, папа-ра-па-па-па, папа-ра-па-па-па, папа-ра-па-па, ла-ла-ла-ла-ла-па-па, папа-ра-па-па-па, папа-ра-па-па-па, папа-ра-па-па. Теперь за папу, папа. За маму.